У нас сегодня 34 градуса. Сейчас еще 30 только, но сейчас еще только 10 утра. 10:30. Мы уже идем домой с прогулки. Там еще первый этаж внизу, а это лестница наверх. Не, поставь обратно. Ой, как брызги до сюда, да, Даша, долетают. Кап-кап, но это брызги вот от фонтана. Идем. Миша, ты иди сюда чуть-чуть. Молодец, спасибо. Мы сегодня приехали в Белград, район Ада-Цингалия. Здесь, короче, два озера, по-моему, пляж есть. Ну, мы так чисто потусить, отдохнуть приехали, да? Вот, сейчас прогуляемся, посмотрим, что тут. Потом зайдем перекусить куда-нибудь, да? Да. Да и домой поедем. У меня, короче, такое чувство, что мы пошли с тобой, Миш, по какой-то обсосной стороне. Потому что все развлекухи находятся вот там. Что там? Грязь, песок, земля. Рыть хочешь? Ну пойдем где-нибудь почетче место найдем. Может быть, с этой стороны тоже есть какой-нибудь пляж. Там посидим. Хочешь рыть? Да. Ну найдем чего-нибудь. Здесь аренда великов. Рыть хочет, Мишка, рыть. Вот надо было на пляж туда идти. Там можно было бы порыть. Здесь какой-то прям парк с деревьями. Так, Мишань, здесь на великах ездят? Сюда, вот по этой стороне иди, пожалуйста. Мама. Да, мам. А здесь уже начинается что-то интересненькое. О, здесь тоже пляж, Мишка. Тоже пляж. Можно в песочке порыться, да? Сейчас найдем что-нибудь. Большой апельсин. Там закрыто, закрыто. Пойдем дальше смотреть. Пойдем, там песка много, можно порыться. Да. Пойдем. Мы уже идем обратно. Человек вот чуть-чуть покупался. Сидел в водичке. Весь промок. Мы переоделись. Ладно, я с собой взяла сменную одежду.
Мы были просто в простых подгузниках. Мишка был. Аня, капец, все, их все раздуло. Я не знаю, как он там сидел. Бедолага, в таких подгузниках, блин, утонуть можно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Оказывается, пляж он очень длинный. Ку-ку. Мишка. Зайка. Мишка, зайка? Нет. Сейчас пойдем в торговый центр. Перекусим что-нибудь, да? Да. Да. Бежать хочешь? Да. Ну ничего себе, иди, конечно. Молодец, цветочки, спасибо тебе большое, дружочек. Здесь прям по дороге растут кусты лаванды. Немножко сорвали. Пойдем вон туда посмотрим на мост. Пойдем? Вон там мост видно и кораблики. Пойдем обойдем, посмотрим. Вот так вот по дорожке здесь пройдем. Не спеши. Стой, стой, стой. Здесь на велосипедах катаются. Лодочки, кораблики. Да. Куда? Туда вниз? А там только для велосипедов, там нельзя ходить. Сюда. Смотри, здесь поезд. А это что? Тоннель? Да. Вот ничего себе. А вот это заправка? Да. Поехал? Да. Куда поехал? Ну, смотри, педали есть. Педали, да, подножку педали. Куда поехал? По магазинам? Да. Или домой едем? Домой? Да. Да? Довезешь? Да. Отлично. Все, можно на автобусе не ехать. Мишка довезет, да? Да? Да. Супер.
мама поможет? Да? Да. Мы уже дома. Мишка тут играет. Поспал всего в автобусе полчасика. Но это очень мало. Он... Пока вот в душ не сходили, еле уговорила помыться. Покушал, сейчас более-менее настроение. Так прям конючка-конючка выбил. Вот. И что-то я устала. Кто это? Кто это? Как зовут? Миша. Про такую штуку вчера узнала, что есть такой челлендж. Челлендж. 1000 часов на свежем воздухе в год нужно провести. Вот. И я решила в нем поучаствовать. Ну, это не какой-то там официальный, нигде ничего регистрироваться не надо. Просто, ну, для себя. Вообще-то, я так понимаю, задумывалась для того, чтобы ограничить экранное время детей. Вот. Ну, на самом деле, это прикольно. Я думала, у нас сегодня, пока мы гуляем, выйдет... Что такое? Кран упал? Да. Давай, помогай ему. Давай, 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 давай. Никак. Ну, кто же ему поможет? Кто же поможет? Вот, я думала, что сегодняшняя прогулка у нас выйдет часов на 5 сразу. Но в итоге, да, мы были 5 часов, как мы вышли из дома и как зашли домой. Но мы только на дорогу потратили 1.5 часа. Возможно, чуть меньше. И, ну, в смысле, на дорогу в автобусе. И еще мы где-то час, наверное... или тоже 1.5, были в торговом центре. Мы зашли поесть. Ну, просто же поесть с ребенком не зайдешь. Там всякие игровые автоматы, вот эти вот машинки игровые. Вот. И, короче, вышло всего 2 часа. А устала я, как будто мы гуляли 20 часов. И с ребенком вдвоем в автобусе очень тяжело, особенно если он уже уставший такой. И я думала, что так как мы поедем в обед в автобусе, то никого не будет. А мы зашли и сели на последнее свободное место. Вот. И мы очень тяжело вдвоем ездить. Если брать с собой коляску, то одна я в автобусе не справлюсь. И с Мишей, и с коляской. Это надо или ждать специально автобус, который низкий, где есть место, где с коляской можно стоять. Но на такой жаре, ну, не факт, что, во-первых, этот автобус придет, и стоять на жаре, ну, не очень. Короче, не знаю. Да и ходить с коляской, Миша в ней почти не сидит, а брать ради сна мне не хочется совсем. Вот, и думаю, не знаю, Мами! Может попробовать в следующий раз взять... Мами! Что, зайчик? Бигфут там? Буянь. Ого. Мам.
Все, Мишенька. Вот разбуянство пошло. Не обращаю на него внимания. Сижу в телефоне. Все, начал буянить. Где? Что где? Что потерял? Где что? Ты что-то потерял? Да. А что? Ну, расскажи маме, что потерял. Я тебе помогу. Нету? А расскажи, что потерял, что ищешь? Что ищешь, что потерял? Да, что-то потерял. Вот, в следующий раз хочу попробовать, может, взять с собой плед. Не знаю, конечно, как это получится. Уложить Мишу спать вот прям где-нибудь в тенечке. На пляжике. Ну, не знаю. Тоже такое. Что там? Вывалил все. Ладно, мы пойдем играть. Вот.